Чушь. Так какую войну здесь классно вести? Партизанскую. Партизан. Вот сюда Катюшу. Подожди. А не ту, которую ты подумал. Я понял. Камера бежит к партизану. Сюда Катюша. Куда? В какой позе? Куда Катюша еще раз? Вот сюда. Вот сюда Катюша, да? Ага. А тут пулеметчик. Как назовем пулеметчика? Не знаю. Ставим его без названия? Да. Безымянный пулеметчик. Угу. Давай, комончики. Что ты снимаешь, ничего не видно? Ты лучше передай жене привет. Сволочь-то. Просто дымка идет. Жена скучает там, плачет, наверное. Но. Не плачет. Ты Санта-Барбара. Что? Давай. Что ты мне лохмал? Не, ну передавай привет. Тагил. Оля. Тагил. Я понял, твой муж опустился. На уровень нижнего Тагила. Да. Но зато он молодец. Одолел подъем 1500 над уровнем моря. Да никто не поверит. Так и не надо. Подумают, что ты в котельной все заснял. Ага. Днепропетровск. Вот такая погодка.